Всем огромный привет, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые. Дело в том, то, что я почему не снимаю сейчас видео опять? Потому что у меня везде желтые значки. И я боюсь, что у меня будет, как у Натали, хрум-хрум. Мне так жалко человека, она столько старалась, и у нее просто взяли и заблокировали Google AdSense. Ну как так вообще, я не понимаю. И, конечно же, у человека опускаются руки, но, тем не менее, она продолжает снимать. Ну, как бы я думаю, может быть, я думаю над этим вопросом, как быть дальше. Может быть, начать сначала другое что-то показывать, а уже в середине видео уже как бы хрустеть нашими хрустяшками. И я решила вот спрятать под таким вот хрустальной вазочкой, не знаю, пропустит мне YouTube это видео или не пропустит, я не знаю. То, что у меня ракурс вот такой вот получается в вертикальном положении, и у меня камера, как бы, если я сейчас что-то поставлю, да, у меня меня не видно будет. Если камеру ставить дальше, то мне для начала нужно приобрести микрофон. А микрофон приобретать пока что я в этом месяце точно не смогу, потому что у меня, ну не знаю, может быть, ну вряд ли, потому что у меня куча долгов. В общем, с этими праздниками, с этими этими, короче, в общем, еще болела, сколько на лекарства деньги нужны были. В общем, у меня сегодня солнышко, элит, карамель. Это наша глина. И снежок в мокром виде. Вот. Ну, вот думаю, снежок мне в сухом виде нравится. Сейчас я его откушу, а дальше уже будем его замочь. Секунду, закрою сейчас жалюзи. Кухня. Карамель. Глина. Такая с желтыми прожилками, с оранжевыми. Глухо хрустит.
Есть скрип. Я не смогла ее проглотить, она просто превратилась в комок с песком и все залипло. Солнышко. В конце прям запах бетона. Раскаленных камней. Вкус. Я сейчас, может, мокрый снежок размещу во втором видео. Будет два видео подряд. И Елен тоже. Очень вкусный. Нет, наверное, все-таки в одно видео все. И вечером еще сниму. Элен. Серенький. Сушит рот.
жирный. Есть молочные, сливочные нотки. Консистенция жирная, с крупинками. Крупинки мягкие. Монолитный. Если запивать водой, то быстро растворяется, тает. А так сушит рот, долго жевать. Солнышко. Очень вкусно. Вот это прям пыль придорожная такая, летняя. Запах такой, послевкусие. И еще печный запах, вот. Мокрый снежок. Хрустит, как снег во рту. Снег под ногами. Попробуем солнышко в мокром виде.
Классный. Не песочный. Сухой, но не песочный. И не сильно сухой так. Прям печной вкус остается. Многогранный вкус. И в мокром виде становится сливочным. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо, всем люблю. Если у меня будет настроение, если пройдет это видео, если не пройдет, мне придется все с желтыми значками видео, которые удалить. Так что всем пока, всех люблю.